Да. А это у вас какой век? 19. И вот эти индейские перья, все дела, что ли? 19 век? Это какая вообще страна? Америка. Теперь это США. Понятно. Да,
Алло? Я возле вот этого памятника маршала Жукова. Ага. Thank you.
Аля? Так, я тоже. Так, смотри, вот прям напротив него, вот прям в лицо ему смотрю. Сейчас к забору подхожу. Вот он на коне как раз вот на меня смотрит. Так, а ты где? Я где-то в метрах трех. Ага. Ты видел, как они поправляют? Нет, не заснял. Я заснял, как они вот выходили из тех ворот. Там что-то они репетируют. Ага. Вот этому плохо. Кому плохо? Ага. Так, сейчас. Ага. Сейчас я здесь просто поподписываю правильно. Куда? Наслышно? Да, на. А, ты имеешь в виду вот это? Да, конечно. Что здесь еще смотреть-то? Оно уже все в целом. Вот сейчас уже минут 12 записи идет. Как я выходил из ТЦ, как здесь ходил. Давай сейчас. Ага. А когда они стартуют-то? Кто? А, ты имеешь в виду новую? А, эпохи, то есть вот эти? Я думал этих. Нет, так. Эти репетируют, они стартовать. Ага. Так, сейчас иконы вот здесь, тогда сейчас кое-что еще подпишу. Так. 240, где тебе? Где вторая 240-я была? Какую жару поставить? Ну да. Еще больше всего повезло. А солнце, ну, знаешь, я тебе скажу так, на втором часу уже пофиг, ты по солнцем или в тени. Оно уже, оно фигово, что так, что так. Так, сейчас, значит. Соседняя от Киевской, это же Краснопресненская, да? Сейчас, так. Ага. Сейчас еще один. Так, ну что, тогда сейчас запишем новую запись на экскурсии канала на вот этой, по этим. Ага. Сейчас, секунду. Ну, может, ага. Сейчас тогда запись перезапущу.